Всем привет, друзья! И сегодня новое видео. Реакция людей на битбокс. Чат, рулетка. Еще плюс на очки реакции. Знаете, какая жестко. Меня посылают куда угодно. Грубят постоянно. В итоге я вот так решил снимать. Чтоб мои очки не видели. Мне самого очки не нравятся. Как бы. Я в очках очень просто не люблю. Ну, сегодня будем смотреть, опять же, унижение. Вот эти все шапо, укажу, что я мужской, а то он меня к мужикам будет кидать одним. Я не люблю этого. Девушки, девушки. Напрямлю хоть телочку какую-нибудь. Ладно, все, короче, нету. У нас же битбокс, ё-моё. Все, приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте, ребят, вперед. Привет. Ох ты, сучка. Нет, вот этого пропущу сразу, то дрочер какой-нибудь попадется. Жесть просто. Тарарарарам. Здорово. Чё молчим? Чё молчим? Понятно, короче. Спит чувак, походу. Здорово. Здорово. Ой, это название. Название? Как оно у вас? У меня название видео. Жесть. А это из моего прикида. О, девочки, привет, красавица. Ах, они сучки. Здорово. Боятся всех. Эти люди все вот так переключают. Бога удачи. Дедулю. Привет. Надо было лечь дальше. Мне пол. Нет тоже. Это что за гопник, гопник, как его сказать? Гопник, гопник, гопник дотер какой-то. Гопник битбоксер, вот так даже. Даже вот так вот. Гопник битбоксер и видеоблогер, вот так вот даже, знаешь. Ну-ка, давай битбокс покажи. Давай, забитую. У тебя очки у меня тоже, ё. Это, короче, для ролика все сделано. Ах ты, сука, перелистнул. Гопчик, говорю. Я тебе говорю, вот это реально. Гопарь, я тебе говорю, века. Я вот так даже сделаю. Короче, а то на меня гопником называется, а я не хочу этого. Привет. Как дела? Ты сучка такая. Ну, блин. Что такое? Почему все перелистывают? Здорово. Привет. Как оно? Битбокс любишь слушать? Хочешь, только ты оцени потом, когда я забитую сейчас, ты оцени, скажи, как вообще оно. Только погромче говори, чтобы слышно все было, ты тебя плохо слышишь. Давай. Слушай. Как это? Круто. Круто? Ну, спасибо. Капельку умеешь? А? Капельку умеешь делать? Да. Слышно было? Я и без пальца могу. У меня просто микрофона нормального сейчас в данный момент нет. Как бы я тоже видосы снимаю, как по-братски, как Дима Лукаш, там, как Мацони тоже. Видосы снимаю, вот сейчас в данный момент видос снимаю. А как канал называется? Хочешь, прямо сейчас скину ссылку? У меня только он развивается. Давай. Короче, Анатолий Анкудинов, вот так вот называется, с большой буквы А. Ну, как бы нормально так напиши, Анатолий Анкудинов сразу вылезет. Там увидишь. Хорошо, сейчас. Давай.
Даро. Даро. Как оно? Бери нахуй его. Сука. Здорово. Ну ты чё, дядечка? Как битбокс? Любишь битбокс? Нормально, пойдет. Пойдет? Да, забитую что-нибудь. Че? Что-нибудь забитую. Зафейлил. А. Ну, от души, братан. Давай, удачи. Вот такая вот реакция людей. Вот такие. Чё, как дела? Привет, девушки. Да. Там привязаны. Здорово. Пацаны, как оно? Вот так вот. Понятно. Здорово. Корпоратив еще будет. Начал представить. Здорово. Как дела? Чувак. Да нормально. Чё ты плохо видно? А, ну камера такая из ноутбука, ё-моё. А, не, просто пол лица, понимаешь? Ты ниже голову отпусти. О, все. Да, реакция просто людей, знаешь, бешеная. Бешеная на очки просто. Увидят очки. О, очкарик, вот такой сякой, блин. Не даю даже нормально пообщаться с людьми. А ты что в очках ходишь? Линзы, зрение плохое. Тебе нравится вообще. Зрение плохое пока. Ну, как бы линзы я не могу купить, потому что такие линзы, они очень дорогие, которые мне нужны. У меня плюс. Плюс получается зрение, а линзы, как бы, на плюс их очень сложно. Ну, так заказывать долго, это все капец. Муторно. Короче, все, понял. Есть такой вариант. Битбокс слушаешь? Короче, ты не ботаник. Нет, я не ботаник. Я даже спортсмен и, блин, и битбоксом увлекаюсь, и спортом. Короче, вот такой человек, разносторонний. Замути битбокс какой-нибудь. Сто пудов лучше, чем Алик делаешь, да? Кого? Алика знаешь, что есть? Да, я знаю. Тима Мацони, Алик, Лукаш, Юра Антонов. Я кроме Алика никого не знаю, если честно. Знаешь? Не, я как ты Алик. Знаешь? Я как Алик не замучу, что он крутой. Я могу сделать... А ты без пальца можешь сделать? Да, могу, только плохо слышно будет, микрофон нету нормально так. Да? Ну ты говори. Да я нет, слышно? Я не могу. Слышно, слушай, слышно? Вообще, заебись. Да? Блять, молодец.
Ну, что-нибудь замутить, ладно. Круто. Сейчас, моя, моя любимая. Это I Like To Move It. Слышал? Да. I like to move it, move it. Do you like to move it, move it? Hey, do you like to move it? Как-то так. Блять, я ни разу не пробовал, я думаю, у меня такая хуйня получится. Знаешь, это, знаешь, я скажу, если честно, это не сложно, как бы все. Во-первых, вот слушай, вот. По первости, это кажется так сложно. Вот даже самое я Лепро учил, короче, вот, вот этот звук. Ну, он не до конца еще, не чистый, там, ну, учусь, как бы делать. Это так сложно для меня казалось. А сейчас я просто, я губы так напрягал, что у меня аж наболели они просто. Челюсть болела от того, что я битую. Язык болел, там все болело. Горло. А сейчас все просто на изи, просто даже не напрягаясь. Вот бочка. Хэд. Там. Это так. Ништяк. Вообще, я красавчик. Тоже сейчас, молодец, молодец. Сейчас видосик записываю тоже на ютубчик. Прямо сейчас? Да. Нахуя? Ты попал, чел. Ну, я как бы не такой сейчас... Я как бы не такой популярный, но вчера набрал 12 тысяч просмотров. Ну, это прикольно. Ну, подписчиков у меня уже 600 будет. Блин, ну это, слушай, ну я считаю, что это уже какое-то продвижение есть, да? А бабки начали платить? Нет? Нет, я, мне надо 4000 часов надо, чтобы люди посмотрели мои видео, 4000 часов важно, а мне только 34 тысячи, ну, 34 часа. Сколько еще зарабатывать, если все-таки первый рубеж, вот 4000 часов исполнится? Ну я не знаю, как бы. Я только начал вот это все. Как бы я уже... Ты стараешься к тому, чтобы деньги зарабатывать. Да, да, да. А на стройку не мог? Не ходил? Нет, не беру. Куда? Да ты что? Я учусь, я повар вообще по профессии, как бы. Я везде. И на заводе работал, и на стройке работал. Даже тут на днях хотел ехать на неделю работы, так чисто денег подзаработать, камеру себе купить, там еще что-нибудь, как бы. Ну, а не сколько лет? Мне 20. 20 тысяч молодой. А с какого города? Хабаровск. Я был нахуй занесло. Поэтому ты еще молод, и я думаю, все впереди у тебя. Так что все получится. Ну да. Давай, удачи тебе. Благовещенский был. Спасибо большое. Давай, счастливо. Давай, удачи. Вот таких людей люблю смотреть. Здоровенько. Привет. Как оно? Как дела, как настроение? Нормально, на работу собираюсь. Ну, как обычно, с утреца надо в чат-рулетку зайти, да, по-любому? У меня не утро, у меня вечер. А, вечер даже? Ну, у меня уже ночь. У меня вообще 3 часа ночи уже. Ну, у меня еще пока 7 вечера, сейчас через полчаса пойду на работу. А, ну понятно. Да, немного тебе, может быть, подниму настроение, может быть, нет, я как бы не знаю. Вообще битбокс любишь слушать? Ну, как бы слушал хоть раз. Что еще раз, кого? Битбокс. Битбокс? Ну, не знаю, может, попадался. Я музыку уже давно не слушаю. А. Ну давай я просто так что-нибудь забиту, и ты скажешь, как свое мнение, как вообще. Ну, давай, давай. Ча. Блин, пропал он, короче. Здорово. Так, здорово. Так, ты что там покажешь? Слушай, обычно вот после 10 секунд общения мне подают сюрприз. Давай, ты, удивись. Давай. У тебя... Так. О,
А теперь стоп. А теперь ты представь, что между ножек ты. Теперь давай. Туда. Куда? Не понял. Теперь представим, что ты между ножек. Теперь давай. Не-не-не, вот этого не могу представить. Я могу представить, что я тёк, ну, девушку, как бы, а между ног... И ещё и звуки, да? Нет. Еще и звук такой, ну, бля, это еще хуже. Ну да. Это еще хуже, чувак. Такой звук, знаешь, еще вот такой. Да-да, биты, бля. Тему прям, да? Басы, вернее. Ладно, давай, удачи, чувак. Ладно, давай. Здорово. Бля, ну ты чё, ребёнок, ну хватит, ну зачем? Ёма, ребят, ты слёз всё для вас. Ой, извините, я тебя пролистал нечаянно. Привет, девушки. Привет, девушки. Хотите удивлю? Давай. Чё? Ещё раз. Сейчас, победите. Так вот. А вот так. Сделай так. Как? Как? Сейчас. Я не могу. А так сейчас. Да уберись нахуй. Сейчас подними. Подними, пожалуйста, вот эту хуйню. Я вообще башку сломаю. Знаешь что? А? Знаешь что? Да. Да. Иди нахуй. Да. Пипец. Почему нахуй? Пипец. Почему нахуй? Хочу так. Да? А сама не хочет? А сама не хочет. А ты приглашаешь? Ну приходи, чё ты. Приходи, чё. Нет. Чего нет? Не хочу. Ладно, для тебя, слушай. Для тебя, слушай. Привет. Я думал, ты картинка уже. Что? Я думал, ты картинка. Смотрю, что-то не двигается. Музыка такая грустная играет. Не, я двигаюсь. Местами. А? Местами, говорю, двигаюсь. Понятно. Ну ладно, что, давай удачи. Давай удачи, брат. Здорово. Я подписалась. А, мы с тобой, да, виделись уже, да? Чё, нашёл меня? Да, нашёл. И чё, как? В этом одно видео посмотрел, но зачётно. Нормально? Подписался? Да. Ну всё, колокольчик не забудь поставить, чтобы приходили уведомления. Сегодня, наверное, уже залью видео новое. Сегодня видео залью, и ты там будешь тоже. Ладно, что, давай. Здорово. Ах ты, сучка. Ладно, что-то я матерюсь много. Как бы меня в комментариях просили не материться. Привет. Переключает. Здорово! Здорово, пидорас! А? Обоснуй, Вася! Хуёво тебя слышно? Тебя не слышно! Это вас хорошо слышно. Сейчас громко попробуй включить. Не слышу тебя! Да? Серьёзно? Громко сейчас сейчас. Раком станешь. Чё? Серьёзно? Не слышно меня? Всё слышно? Слышно теперь. Слышно? Это у вас просто уши компотом залиты. Чё, ебать ты долбоём! Ты дурак, что ты нахера людей обсираешь? Вообще-то, я зашел, мне первому нагрубили, обозвали плохим словом, которое, как бы, я таким не являюсь человеком. Я сказал обоснуй. Я знаю. Это косяк с нашей стороны. Все. Ты мужик? Че? Ты мужик? Я, пацан. Ну, ты мужик? Мне 20 лет, как бы, я еще не такой прям мужик. Ну, подожди, ты же, получается, мужик. Ну да. Ну дай мне сотку тогда. Обломись, ребенок.
Ты не мужик. Из какого города? Хабаровск. Нихуя. Привет из Чебоксар. Те привет Чебоксары передают. А Хабаровск тоже привет. И знаешь, такой вот, такой привет, слушай. Хабаровск передает привет Чебоксарам. Ну чё? Давай ещё. Вот так. Ага. Отлично. Да? Отлично. Пошёл нахуй, чмова. Я с ним не разговариваю, он чё? Да. Надо камеру покупать получше, нормально, чтобы... Здорово! Нет, вот этого переключу, он там куда-то гонит. Девушка. Та-ра-та-та-та-там. Слушай, братан, слушай. Здорово. У нас тут один спорт, тут BMW или Mercedes, что выбираешь? Да, не понял. У нас тут с этим пацаном спорт один, BMW или Mercedes, что выбираешь? BMW. О, нормальный мужик. Я тебе что-нибудь сказал? Да, ты говорил, что мой случай. Бэха, что-то вообще, мэм. А? Бэхэво. Да, Бэхэво, Бэхэ огонь. Да. Mercedes это для стариков туфта. Ладно, ребят, для вас забитую. Да, давай. Нормально так. А, теперь нашу послушай, хорошо? Давай. Сейчас, подожди. Сейчас. Смотри, сейчас. Пойдет. Не, наша лучше умеет. Ну ладно, братан, давай ты. Да. Салам алейкум. Здорово. Чё покажешь интересного? Расскажешь? Послал меня. Ой, привет. Ну да. Привет. Смотрите, как этот съел такой вот-то. Пытаться так. Твою мамку ебать. Чпай, бля. Салам алейкум. Не салам алейкум. Бери нахуй. Алейкум асалам. Иди нахуй, пидор очкастый. Чё, как сам, братуха? Обоснуй за... Сам знаешь за что. Обоссись. Разуйся, долбоёб. Разутый ты, давно. Привет, зуйся, посмотри. Смотрю. Побрили, видать, ночью, да? Как сам, братва? Вообще нормально, чё как вообще поживаете, Вась? Ты, походу, укуренный, долбоёб. Да я смотрю что на вас, вы вообще там убитые, перебитые какие-то, нахуй этот лысый вообще, этот кепки, ну понятно, кепка, там всегда глаза прикрывать, они красные, чё, накурился, булял, ебанул, чё, а этот вообще повысил. Уничтожаем гондонов ебаных, сука. Чё, как сам? Да я вообще огонь, как сало килограмм. Я ты рифмоплёты, рифмоплётишь, да? Сало килограмм. Бать, в натуре красавчик, ешь, бля. А чё ты в очках, чё, бля? Да зрение плохое, да? Чё, блин, бывает жизнь огорчение. Вместо хлеба кушаем печенье, ну, да? Печенье, бывает. Семье не без урода, блядь. Ну, да, именно, да. А так, знаешь, чё, спортом занимаюсь, сам бигбоксом. Уебал, сука, нахуй. Я вам чё, ебал разломаю.
Да, он там психует, блядь. Нахуй ты очки выкинул. Типа прилетает всякая хуйня сверху. Чего с такая? Вы чё, где вообще сами откуда? Грозный. Где? Ебём таких, где ты находишься. Не понял. Здоровенько. Как дела? Хорошо. Хочешь, тебя удивлю немного? А? Да. Ну вот, слушай. Прикольно. А вот так? Ща. Покажи вот так вот пальчик. Ну и все, братанцы, давай, дыши. Это он, блядь? Опять ты, блядь? Да, ой, я, да. Чё? Удивился, да. Я тебя опять ты... Чё? Давай свой битбокс показывай. Привет, девушки, красавец. Как дела у вас? Кор продам. Чего? Заебись. О. Девушки, слушайте. Ковёр надо. Слушайте. Илюха, тише. Там тебя слышно. Привет. Да. Здорово. Спит. Вот этот не надо смотреть. О. Тоже какой-то тип. Привет. О, девушка была красивая. Отрастил бороду, сейчас думает, что я чурка. Русский мужик, я руки-базуки. Начальник, начальник. Алам алейкум. Здорово. Далее. Алло. Алло. Я тут смотрю. Чачкарик. Чачачва. Салам алейкум. Алейкум салам. Чё, как ты? Малейкум. Малейкум, ассалам. Не удивлен, что ли? Ну, вообще-то, братан, интернет у тебя плохо. Кого? Тебя интернет, наверное, плохо.
А, плохо слышно, да? Ну. А, ну все, понятно. Ну, давай, удачи, что. Давай, удачи. Архаус! И тебе, смотри. Привет. Как дела? Ребенок просто в шоке. Что такое происходит, шары? Вот такие. Понятно? Бухие. Выключи камеру или нельзя? Нихуя вы ее включай. Понятно. Ой, блядь. Мамочки, мама. Братан. Вообще от души, братан. Вообще от души, братан. Ну все, короче. Ну ладно, дорогие ребята, дорогие подписчики. Короче, мой выпуск чат рулетки подошел к концу. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И как можно больше, кто сможет по возможности распространять мое видео, чтобы нас больше смотрело людей. Все, спасибо большое, до свидания. До новых встреч.